Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале Тимоха Лайф. И сегодня мы будем говорить о секретной фишке нашего браузера, которая есть на абсолютно любом Android устройстве, неважно даже какая у вас марка. Значит, для этого вам просто-напросто нужно обновить свой Google до версии не ниже, чем 96. Вот такая вот версия у вас тоже должна, если у вас ниже, то попробуйте обновить. Обновить вы можете зайти в Play Market и просто кликнуть по Google для того, чтобы обновить. Это никому никакого труда не займет. Сразу же забегая наперед, скажу, для чего эта фишка. Если вы вот задрались, да, там, к примеру, зашли в Google, что-то, какую-то там информацию ищете, и у вас вот этот вот шрифтик насколько маленький, что вам приходится вот так вот его увеличивать, там потом назад откидать. Но это не совсем удобно, потому что ты увеличил, ты возвращаешься вот так вот назад, пока это все почитаешь. Ну, это не совсем удобно, согласитесь, вот это все делать. Но есть одна фишка, о которой мало кто знает, и которую вам никто, конечно, кроме меня не расскажет. Так что давайте более детально сейчас будем смотреть это. Ну, а вы, друзья, расскажите это своим друзьям, чтобы они поделились с теми бабушками, дедушками или у тех, у кого плохое зрение. Эта вот настройка будет наповал вас паразит, ну, своей функциональностью. Значит, смотрите, что нужно сделать. После того, как вы обновили свой Google, просто заходим в Google и вот здесь вот пишем вот такое вот название. Для многих оставлю даже Chrome 2.2 флеша Flex. И вот это вам нужно скопировать. Вот так вот взять сейчас минуточку, выбрать все, копировать. И здесь вот вверху, в самом браузере, нажать «Вставить». Нажимаем «Вставить» и нажимаем «Поиск». Вы попадаете в вот такое вот небольшое и полезное меню. Это меню есть абсолютно у всех. Если у вас его нету, не пишите. Даже можете не писать, что у вас его нету, потому что есть. И здесь вот такой вот отдельный ниже поисковичок появляется. Search Flex. Тут вы какие-то настройки пишете, то есть и улучшаете. То есть Google вам разрешает. Это в стадии тестирования эти настройки. И они, как вы видите, есть у всех. И вам просто нужно написать Page Zoom. Вот так вот берете, пишете. Я все, конечно же, оставлю в описании, чтобы многие могли это все посмотреть более детальней. Page Zoom. Вот так вот пишется. Давайте еще вам увеличу, кто не будет смотреть в описании. Вот так вот Page Zoom. И здесь есть такой пункт, что нам нужно нажать. Вот этот Enable. Вот так вот нажимаем. Enable. У нас появляется. И смотрите, у вас будет указан дефолт. Дефолт. Ну, вот так вот указан. После того, как вы найдете вот этот вот пунктик. Это я уже поставил дополнительную функцию. Вам нужно поставить Enabled. Вот эта настройка. То есть вам средний нужен поставить пункт. Вот сюда вот. И нажать вот так. Дальше нажать вот здесь вот снизу Relaunch. Видите? Чтобы это все перезагрузилось. Перезагружается автоматически. Это, ну, чтобы в силу вступило, еще вот так вот выйдите полностью с этого всего раз. Посмотрите, чтобы у вас не было вкладок. Потом опять-таки заходите и смотрим, что у нас теперь изменилось. Да? К примеру, мы вот так вот выходим. Смотрите, что изменилось и в чем фишка. В правом верхнем углу у нас появляются три точки. Мы на них нажимаем, ищем вот такой вот кружочек. Нажимаем на этот кружочек, и у нас появляется вот такая вот дополнительная здесь функция, как зум. И смотрите, мы нажимаем на этот зум, ставим большее значение, здесь у нас 100%, ставим до того значения, которое нам удобнее. И посмотрите, какой у нас появляется огромный текст. То есть, видите, мы не будем вправо-влево листать, а мы будем теперь вот этим вот текстом пользоваться. То есть намного удобней. Видите, зашло, и у вас теперь здоровые такие получаются буквы. Получается, ну реально это круто. Вы зашли на страницу, нажали,
и читаете, и у вас появляется вот такой вот огромный текст без всяких вырезов. Ну и вы можете, конечно же, вправо-влево тоже это все делать. Почитали, нажали три точки, опять-таки, на вот эту вот точку зум, сбросить, все, у вас текст вернулся. Очень удобно, очень классно для тех, у кого плохое зрение, для тех, кто плохо видит, или же просто мелкий шрифт. Потому что Google реально очень маленький шрифтик пишет, и не всегда удобно это все дело, конечно же, посмотреть. Надеюсь, эта функция была многим из вас полезна. Вы оцените его лайком и, конечно же, подпишитесь на мой канал. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Всем добра. Всем пока. Пока-пока.